Ковровизорный стационар в Исатайском районе пополнился необходимыми медицинскими аппаратами благодаря представителям благотворительного фонда, волонтерам и священнослужителям. Таким образом, учреждению были переданы 7 кислородных концентраторов. Подробнее в следующем сюжете. Эпидемия коварного вируса заставила жителей области сплотиться и вместе бороться против нее. Много людей приняли участие в акциях благотворительности. Сострадание проявили и представители областной мечети Имангали. Только недавно в провизорный стационар Сатайского района было передано 7 кислородных концентраторов. По мере своих возможностей во время карантина мы раздавали нуждающимся лекарства, продукты питания, а также мясо во время Курбанайта. Сегодняшнее событие – одно из благих дел, совершаемых в это трудное время священнослужителями. К нам привезли 7 кислородных концентраторов. Выражаем благодарность работникам мечети Имангали. За последнюю неделю наблюдается спад болезней. В провизорном стационаре лежит один больной. В инфекционном тоже один пациент. Желаю мира, спокойствия и благополучия нашей стране. Стоит отметить, что сейчас ситуация в районе постепенно стабилизируется. К примеру, за последнюю неделю в провизорный стационар больные не поступали. Но надо помнить о мерах безопасности и строго соблюдать требования карантина. Ержан Шеруэна, телеканал Атырау, Исатайский район.